Мама, выйди, я стримлю. Чё ты стучишь? Я не поняла, что случилось? Слушай, ты больной какой на голову. Или тебе заёбы какие в голову заходят? Я слышу, понимаешь, в комнате слышу какие-то стуки, крики постоянные. Ты что, ненормальный? Я же тебя предупредила. А как картинка стакается, блядь? Я предупредила, чтоб ты этого не делал. Слушай, ты, я спрашиваю, ты ненормальный? Ой, ты ненормальный? Или ты больной какой-нибудь на голову? Чё ты стучишь? Я пожелаю белья. Или ты больной какой-нибудь на голову? Чё ты стучишь? Я пожелаю белья. Я говорю, выключаешь, больше играть не будешь. Выключай и иди в душ мыться. Помоешься и придешь. Иди, потому что у тебя больные глаза. Дайте сейчас доиграю. Ай! У меня крыша горя, чат, ну тот. Что это хуйня? Ебать, пьема тупая. А, бля, кстати, следующий видос на YouTube будет обучение тектонику. Ебать. Так, школота зашла. Опа, школота, блядь. Ежик по травке бежит, как хочет. Ежик по травке пить хочет. Щелкалочка травка закончила. Передай хомякишу, привет, пожалуйста. Привет, хомякишу. Чечерка, блядь. Хочешь поднять бабла? Заходи на АПЭКС. Тебе на выбор предоставлены множество игр. Краш, слоты, кости, кейсы, минер. Эти иксы взорвут твою голову. Наши режимы дают нереальный профит, и это только вершина айсберга. Играй в свои любимые режимы, поднимай бабла и забирай плюсом турниры. Играй в игры и крути рулетку каждые 15 минут бесплатно. Получи бесплатный баланс с этим промокодом. И помни, кто не рискует, тот не выигрывает. Нормально. Чё я делал? У этого звонок в Дискорде. Дискорд. Да Дискорд нам не быть. С игроками Дискорд, да короче. Хуя. Вам будет КС? Конечно будет, у меня почти кажется стрим, я лохов унижаю в КСК. У меня КС... Бля, как по КС хуярим с пацанами, пиздец вообще. Просто сейчас мне нет равных. Сейчас Санчес, Манчес, бля, кто там говорил? Сейчас. Я понял. Короче, ребят, гость сегодня в 8 Форт. Что такое Форт? Фортнайт, собственно, как всегда. Послушай, давно, конечно, делал чисто так послушать. Нормально. Почему там взрослый? Про строчка про кальянную шаурма, бля, было же сильно. Чё не говори. Сильно было. Потому что здесь просто... Это Дискорд. Да, это Дискорд. У тебя какие-то вопросы? Да, если бит потише сделал, кстати, мы вообще полностью послушали. Ты хочешь доработать проблем? О, мама. Да, я послушаю. Я не понимаю, почему взрослый мужской голос какой-то детской игре. Мам, это не игра! Мама, это тип WhatsApp, но только здесь Дискорд. С кем ты разговариваешь? Ты понимаешь, с кем сейчас ты разговариваешь? Меня зовут Никита. Сука. Стой. Чё? Короче, сожру и тебе видос отправлю. Хорошо, бля, с кайфом посмотрю. Так, надо вспомнить. Уроки физики, уроки физики, уроки физики. Так, квантовая... Это квантовая физика. Вот это, бля. Кинемастер. Мэйтвис кинемастер. Мэйтин кап кап ба 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 ба. Блять,
она не, на, не находит. Слишком сложный запрос для Google. Ладно. Ай, блядь. Как ты это сделал, сука, блядь? Надо вспоминать, надо вспоминать. Так, по физике какая цена? Вспомнил! Геометрия, блядь. А о чем мем, кстати? Типа, чел не мог вспомнить, как предмет называется или что? У тебя друг Диппинс? Привет, подумал занять стриминги и, может сказать, что лучше начать вот с таких вопросов нахуй. Что стоит обратить особое внимание? Что ж, уничку. Это вот так, когда я смотрел Вову нахуй, в 13 лет, когда я видел таких, ну, таких, бля, индивидуумов, которые на это говорят, а что мне делать, когда стримить, бля? Ну, пацаны, вы уже проебываетесь. Или девчонки. Это нахуй не то дело, где вам кто-то может что-то посоветовать. Ваня, серьезно, выступил бы в шоу в паре с человеком и получил бы за это миллион. А что за шоу, объясни? Вдруг там дерьмо жрать надо? Конечно, тогда согласился бы за 500 тысяч даже, бля, за отстотку. Что за шоу, я не понимаю. А, это из этого, из Гриффер-шоу было? Ну, типа, по игрокам. Чуть мало игроков. Ты не будешь пищу кушать? Ни хрена себе, а там мама зашла во фраке, это что, Петербург? Пищу кушать. Ты знаешь, что у тебя с желудком будет? Знаю. Ты будешь лечить желудок. Я сколько раз тебе буду повторять, ты борщ вылил в туалет, скотина. Ты вылил туалет. Я не поняла, что кто? Ты же вылил в туалет борщ. Угу. Ты же не ел. Ты сам подумай головой, кто в борщ столько майонеза кидал. Я. Ты что, за майонез доебались? YouTube Watch Random Pack. Что это за Random Pack, бля? How to say... How to say... Shh. Ты друг Диппинс? А как болезнь, за которую ты болеешь? Иди нахуй. Болезнь называется «Посылаю нахуй за 125 рублей». А так и все большое за 125 тысяч рублей, я тебя благодарю. От души и души на душу. А ты там, сука, блядь, я тебя последний раз обращаюсь нахуй. Это что? Я не понимаю. Это когда... Сейчас. Короче, самый смешной пов. Это когда что? Придумайте, срочно. Я придумаю. Это когда... Это когда лег в детстве с дедом поспать и началась какая-то хуйня неведомая. И ты такой типа... О, блядь! А потом... Это что, храп, бля? Нет, это пов. Дед в туалете заснул. Выступить в шоу на коньках, прокатать программу с человеком паре и получить лям. Надеюсь, сейчас понятно. Сейчас понятно. На коньках. Ну, я умею, конечно, на коньках кататься, но не так, чтобы прям пиздец уметь. Ну, то есть там поднять. Не, ну поднять, конечно, я могу поднять вес до 1 тонны, включительно. Над головой. В полном приседе. Без приседа. Жрём. Пов. Бухой бомж в моем подъезде. Угу. Понятно. Ладно, это вот странный мем. Амогус. Фрост. Чат, а я не понимаю. Короче. Если я кидаю, одну капельку кидаю, потому что он жирный. За что борщ жирный называют? Бля, короче, мне вот это никогда не нравится, что типа борщ жирный. Нет, блядь, я так не считаю. Он полненький. Еще раз оставишь на столе кружку. В меру упитанный. Я на твоей голове побью это. Понял? Что? Борщ? Тебя мозгов хватает в туалет. И сказать матери, что ты съел.
А тарелку за собой помыть тебя не хватает, скотина мозга. А за что, пацана? И у срока уйти, то тебя мозги есть. Кому? Не, а чё, типа... Во-первых, бля, ну чел в натуре, походу, там IQ пол капельки. Потому что вылить борщ в туалет и спалиться? Как? Как вообще? То есть ты даже не смыл, что ли? За собой свою убирай надо. А со школы, бля, с первого этажа только так все будет. Ну, вообще не рекомендую это делать. А еще надевай на Герман костюм горничной, и станет Герман как-то... Че вы, блядь, мне алфавиту собрались учить, алё? Ю! Еблан, отодвинься, не мешай. Не мешай Герману стримить. Бля, какой Герман? Ебать, у меня в комнате нет никаких Германов. Я сплю один в своей комнате, у меня нет мужчин, бля. Все, иди нахуй. Сколько мне? 3 минуты смотреть, как букву Ю, бля, говорить? Что за пиздец? Это понятно. Чел, сзади кто? Сзади, во-первых, во-вторых, это мой новый кент. Это мой новый кент, бля. Прикиньте. Оп! Чё, как ты шатишь? Пиздец, тулалка, нахуй. Давай, давай, бля. Поняли, нос собой закрыл. Ебать, конечно, он. Мам, я не хочу делать историю. Повыше его сделал обратно. Не-не-не. Смотрите, у меня мама дома, блин. Вообще, по-моему, можно было бы, ну, уже понять, что стримы лучше смотреть с наушниками. Нет, ну, конечно, всем был момент, когда ты смотришь что-то, и там бац, мат, и ты, типа, смотрел это без наушников, и такой, блядь, походу, предки могут спалить, кстати. Не, есть у тех, у кого поебать вообще предкам, что-то там смотришь? Тем, кто смотрит на громкой связи, родителям привет! Привет, 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 здравствуйте. Здравствуйте. Чё говоришь? Ваня, извини, что я с кем может начать предложение по участию в шоу. Но у меня все контакты снизу. Все контакты снизу под стримом Телеграмы. Кстати, можете все под... Ребят, бля, там такой контент, пиздец, в последнее время. Я так вот шакалил там в Телеграме, вы бы видели, нахуй. Моя мама сказала тебе здравствуйте передать мальчику. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. У меня мама, а у меня папа. Что? Хочу, хочу тебя, так, а в августе... Вот в августе новым командующим был назначен Фермор. А ты о нем что-то знаешь? Нет. Вот в Цорндорфе в августе 1758 года, вот ты запомни это, не перепутай. 58-го. Почему 68-го, Влад, если в 62-м году была закончена война? Почему? Ну почему? Просто вот подумать логически. Ты сказал. Я сказала 58-го года. Произошло одно из самых кровопролитных сражений Семилетней войны. Было в августе 58-м году. А одно из самых значительных сражений Семилетней войны произошло в августе 59-го года. Ой, ебать, меня школа зажбэкнула. Под руководством Салтыкова. Ой... 59-м. А кровопролитные... Бля, чат, это пиздец. Кстати, история, это первый урок в школе, на котором я заснул, прикиньте. Там так объясняют, понял? Там, когда начинают рассказывать, как кто там, бля, в каком заливе финском что-то делал. Ой, бля, это вот так просто.
Особенно еще первым уроком, если то так. Бля, чел, какой финский залив, нахуй. Вообще мне пофиг, кто там пешком, не пешком. Мне поебать. На кровать сегодня я сплю, хуйло. Пошел ты нахуй, чел. Пошел ты нахуй. Я тебя предупреждал, шакал, у меня там военкомат работает. Да не, братчика, хочешь на кровати поспать? Бля, буду, можно. Я сегодня на ковре без одеяла. Родители бомбят с дистанционки. Ребята, на какую-то сторону Ютуба попало, на которой бы я хотел в стороне ТикТока быть. Что гуглят голосом школьники? Бесподобный, великолепный Филипп Киркоров и любые его выступления всегда занимали одно из... Тринадцатый проебал, на все тринадцатый ответил. ...верхних полок в моем сердце. Хотелось бы услышать Филиппа Киркорова с какой-нибудь песней из последнего года. На ваш вкус. Бравл Старс скачать бесплатно. Бравл Старс скачать бесплатно. А там поняли, не регает, короче говоря. Типа пишет Бравл Старс, бля. Такой, да, сука. Бравл Старс скачать бесплатно. Black Blackout. Не говори, мне хватит. Снимай свое платье. Инстасамка, песня. Если я узнаю, пуля подлетит в лоб. Пока она под кайфом тупо палит потолок, я заряжаю магазин и готовлю глок. 8-800-5-5-5-5-3-5. Лучше позвони ты нам, чем у кого-то занимать. Топ-5 грустных гвоздей. Ну этот такой, он притворяется, по нему видно. Ну это с меньким кентом. Не кент. Бля, это, короче, это натюрморт этого Долинского. Отцы и дети, поняли? Вот, короче, отец с засечками, поняли? Это сколько раз так вышло. А это вот, короче, горбатый сын. Передаю привет своему другу Диппинсу. Вот. Мерчик. Ага. О, это вообще... О. Чтоб не уебался, кстати. А, меня возбуждает Герман. Я хочу утрахнуть Вальдимар Кондратов. О, дружочек. А он, я тебе так скажу. Вот это грустная, кстати, между прочим. Очень. Спасибо за... Бля, пожалуйста, но мне кажется, такие грустные видосы не стоит делать на Ютубе, потому что... Не-не-не, это такой все. Это нормально. Чекирка, бля. О, не-не-не, это бред. Да. Это дизлайк видос, короче, фейковый. Хуй там молотки. Как я попал сюда вообще? Здесь 4000 просмотров. Соси его, Вань. Ты чё, дурак что ли? Не исполняй. Жрать, потому что я вести больше школы. Уважаемый директор школы, Наталья Викторовна, больше уроки вести своему другу Диппинсу. Блять. Какому Диппинсу?
Выздоравливай. Ага. Лан. Раз на раз выйдешь или ты фула боссишь? Блять. Сука, еще раз чел, блядь. Еще раз чел. Еще раз чел. Я выйду. Понял? Если не будет по интернету. Потому что я весь на нервах. Жрать не готовит. Супружеские обязанности не исполняет. Сидит только у компьютера с утра до вечера. Разговаривает только по телефону. Вся на нервах. Вот будет работать школа, пусть идет и учит. О чем вы говорите? Вам показать объем, блядь, какой у нас в 7 классе? Это охереть надо. Мы, блядь... Не надо. Она говорит, это нужно успеть за 40 минут, да, за классное время. Кого? Вообще, по-моему, у тебя 40 минут это не очень классное время. А то, ну, не классное. А? Вот это сделано грустные гвозди, молодой друг, кстати. Ха-ха, здорово. 40 минут только я сижу, слушаю. 40 минут я думаю, как ему объяснить. И третьи 40 минут я ему начинаю только что-то пока. 40 минут только я сижу, слушаю. 40 минут я думаю, как ему объяснить. И третьи 40 минут я ему начинаю только что-то показывать. Показывать, и он мне тут психует. Тут у нас такая, блин, дискуссия идет с этими уроками сраными. У меня глючит телефон, надо успеть объяснить, посмотреть. Еще надо успеть почитать, что пишут родители, что пишут дети, блядь. А что, кстати, дистант, когда школота... Дистант был что, реально вам голову, ну, компенсировали? У меня вообще на дистанте кайф был. Я в универе был. Дистанционно, все выпуски. Сейчас дистант. Не, именно начало, поняли? Когда всю эту тему переходила на дистант из-за ковида. Помните? Наслаждайся. Огромная подборка мемов, чтобы порвать пузо. Бля, я ни разу не заржу с этого. Посмотри, проверяй, нахуй. Фиксируйте. Можете хоть, бля, можете хоть ставку сделать. Заржу вот с этой подборки мемов или нет. Тени! Жили спокойно, никого не трогали. Зачем водить его? Я, конечно, понимаю, им там делать вообще нечего, но мы... Я это вам рассказываю. Смотри, у него прыщики, да? Скорее всего, вот где-то здесь. Он в очках. И у него такая короткая прическа. И волосы всегда в бокротике немножко. По голосу. По голосу, префайр. Это здесь при чем? Я что, похож на того, кто будет сидеть и слушать вот это вот все? Я что, похож на абонента? Вот объясните мне, пожалуйста, зачем нам это? Зачем? Мы и так ничего не делаем, мы так ничего. А теперь, внимание, вопрос. Нахуя? Что мы вам такого... Эй, блядь, вы чем слушаете? Я вот про... Сколько раз мне вот это было... Ой, сори. Вот это обвести. Чтобы сказать, вот с этой не заржу, с этой. Это не та, если что. Алло, алло, блядь, клип нахуй сделайте, посмотрите, кто не понимает. Пиздец, натуре. Герман, очко свое застрахую на всякий, не думаю, что смогу себя сдержать. Я обычно сплю попой к кровати. Привет, Диляри, Ксюша, Дилара и Ксюш, привет, мой тебя очень люблю. Готрин, что с Герним? Ой, нет. Что вы сделали, а? Я просто в шоке. Я не знаю, что мне в конце вообще школьной жизни сейчас на сайтике, на херайтике все эти регистрироваться. Зум, херум. У меня сегодня была конференция по-русскому. Мне звонит один педагог, другой. У меня вся конференция нахер сбивается. Я пили нахер отца. Пилип, то есть бросить, то есть сфоткать здесь. Напиши, сфоткай задание, отправь, не отправь, переотправь. А WhatsApp, пилип. Нахер пилип. 260 уведомлений у меня в WhatsApp. И 57 групп. Кого вы мне заходите, что читать? Посрать не могу. Я сесть посрать по голове. У меня пилим телефон, пилим. Может, мне еще онлайн выходить в конференцию, когда я с Ру сижу. Унитазе с утра. Чтобы не было никаких вопросов. Вот, кстати, уточнил, нихуя вы поняли. Это построение сложного произведения так работает.
на унитазе, первое, да, и временные, точнее, обстоятельственные, с утра, дабы, чтобы не было никаких вопросов, понимаете? Кто это все придумал сейчас, чтоб вы устрались и воды не было все? Значит, такая ситуация, я рассказываю вкратце просто. Мы приходим в эту аудиторию. Так, это вот сейчас внимательно. Это, бля, школьник? Это школьник или это девочка? Ну и чё было, блин? Чё было, блин? Я, короче, сижу, смотрю. Смотрю, мой одноклассник не может написать изложение. И тут, короче, просит. Подойдите, говорит, пожалуйста. Ну, организатор, короче, к ней подходит. Ну, к нему только подходит, говорит, что у тебя, что такое, что случилось? Он такой говорит, ну вот, говорит, изложение не могу написать. А такая, сейчас, мой миленький, я тебе помогу. Я такая думаю, блин, капец. Вспоминаю то, что у меня в кармане же готовое изложение, мне давали его заранее. Думаю, ну ладно, сейчас, короче, выйду. Я говорю, можно выйти? А такая, ну выходи. Я такая, ну хорошо. Захожу, а там одна кабинка, она даже ни хрена не закрывается. Я просто тупо туда зашла, короче. А, блядь. Вот так вот, короче, села в одежде на унитаз и сижу, короче. Ну, сижу, короче, и начинаю проверять изложение. Тут, короче, какая-то тетка, не знаю, кто это был вообще, что это вообще запугало. Такая идет, короче, на каблуках, так цок-цок-цок-цок. Такая подходит, короче, к кабинкам, там смотрит, их разглядывает. И такая подходит к моей, я такая, что? И такая открывает дверь и такая, ооо, привет, постыжися! Впервые в жизни я... Бля. Сел сегодня делать геометрию сам. Ответ очевиден. У меня нихуя не получилось. Я открыл интернет, посмотрел объяснение. Что делать, если не получается геометрия? Прочитал теорему. Сел решать. Стал все замерять линеечкой. Все рассчитывать. Что вы думаете? Хуй! Нихуя у меня не получилось! А я вам даже могу пояснить. Ебать картинка. Почему я это не могу сделать? Так. Да потому что я не вижу в этом смысла. Да треугольник, хуёльник там, гипотенуза, ебуз. Найди. Бля. Нахуя мне его искать? Если у меня уже есть целый треугольник, блядь, готовый. Может быть я странный человек? Нет, кстати, вот типа чё не говори, иногда максимально странно. Ты мне даёшь рисунок. А, ну хотя нет, это не странно. Вот просто, поняли, я видел чертежи геометрические, которые реально для архитекторов. И там, ну, очень важно это. Это если душнить. А если не душнить, то вообще, блядь, ты мне нарисовал треугольник, сука. Ну там все видно. Просто, чел, открой это, глазки. Я не знаю. Всем удачи с этим ебаным предметом. Почему я должен ждать? Папа! Почему я должен... Папа! Да папа! Да, да, Саша. Ты не понимаешь! Что я должен понимать? У меня стрель сейчас идет! 200 человек! Ух ты! Ты меня сейчас опозорил перед всем, спасибо! Лучший папа! Ну что, Гуфи и Саша! Поздравляю тебя с двойкой по геометрии! За самостоятельную работу 2! Почему у тебя двойка? Все, ты забрал телефон, можешь все, не разговаривать. Все, ты выполнил задание на один. Алло, да. Ты что мне говоришь, что мне делать? Ты же ко мне больше не подойдешь. Ебать пацана, ебать, кстати, ну пацан-то пахана осаживает. Там, ну, пахан даже не может контратаковать. Он, поняли, такой, а так, блядь, со штанами в дерьме стоит. А мне он нужен. Это первый день, когда я могу отдохнуть. Вот ты так не напрягаешься, у тебя двойки получилось. Одной фразой у него отдохнуть. Да ты и так не напрягаешься, бля. Ты двойки получаешь. Блядь. А что ты делал до этого? Что ты делал? Надо уроки делать. Надо вставать, и уроки надо делать. Он включен. Ну и что я выключу, не переживай. Ты не выключишь его, ты можешь все посмотреть. Выключи.
Я директор, могу забрать у вас калькуляторы. Министерство образования разрешило эти калькуляторы на ЕГЭ, а также на ОГЭ они разрешены. А, значит, они разрешены. Всех бесила эта сучка директриса, я ее мать трахал. Ее саму трахал, она вообще охуевшая тварь. Здесь есть косинусы и синусы, а также здесь есть корень, а здесь еще есть сумма. Да пошла ты нахуй со своей суммой, тварь. Ты вообще охуела. И там чел, короче, говорит, типа, здесь без этого никак. Она говорит, ты вообще кто такой? Он говорит, ну я учитель физики. Она говорит, а я директор. Да пошла ты нахуй, директор, ебаный в рот, блядь. Я тебя ебал, блядь. Еще такая, последний я... аргумент, ну вот не лишняк, к месту. Вообще-то директор. И говорит, я считаю, да пошла ты нахуй своим счетом, блядь. Пизда, блядь. Ебаная. Теперь я больше никогда не скажу про слово. Пожалуйста, можно я буду дома учиться? Я вот сейчас в школу буду ходить с радостью. Вот школа начнется, я туда с улыбкой пойду, маршем, блин, хоть как, с припрыжкой. Я любимый гер и глистик. Когда ты жду после рипера, живешь тебе без желудка, передопред Настя Мусина. Настя Мусина, привет, не, нормально живу. На хайпе. Вот так пойду и буду вот с улыбкой смеяться, обнимать всех учителей под... Уважаемый директор школы, Наталья Викторовна больше уроки вести не будет по интернету, потому что я весь на нервах, жрать не готовит, супружеские обязанности не исполняет, сидит только у компьютера с утра до вечера. А, бля, это видели? Чё смешно тогда? Кусь, иди. Так, ладно, иди нахуй. На, кстати, поставлю.